Здравствуйте, я Питер Хокли, евангелист Библейской церкви Оксфорда. И сегодня я поделюсь с вами своим свидетельством о том, как я уверовал в Господа Иисуса Христа в декабре 2002 года. Я расскажу о том, что случилось со мной и что побудило меня поверить в Иисуса. Моя история ⁇ это демонстрация того, что Бог обладает властью над тьмой и злом. Он может избавить даже того, кто упал на дно греха и отчаяния. Я родился в Оксфорде, в семье, которая не исповедовала никакую религию. Моя семья не ходила в церковь. Никто не читал Библию и не молился, не говорил ничего о Боге или Иисусе, если только не произносил ругательства. А в детстве мне было достаточно этого. Я не особо задумывался о Боге, по крайней мере, серьезно. Я был доволен тем, как все было. В подростковом возрасте я ощутил пустоту внутри. Я понимал, что недоволен своей жизнью. Я ощущал, что внутри мне не хватает чего-то, что должно быть там. Но я не знал, с чего начать поиски того, что мне не хватало, и где найти его. И где-то в 14 или 15 мне приснился сон. Он не был похож на другие сны, да в нем я умер и отправился в ад. Представьте себе самый ужасный свой кошмар. Когда у вас бывают плохие сны, то обычно в момент смерти вы просыпаетесь. Не так ли? Если вы падаете с большой высоты, то в момент встречи с землей вы просыпаетесь. Когда машина врезается или звучит, выстрел, вы открываете глаза и просыпаетесь, но в этом сне я умер. Я был мертв, а сон продолжался. Я оказался вместе тьмы огня, и я знал, что был потерян, что находился в аду, и что я был сам виноват в том, что оказался там, и что я никогда не выберусь оттуда. Этот сон пробудил нечто внутри меня. Я хотел бы сказать, что он побудил меня сразу же побежать в церковь, но все было не так. Но он заставил меня задуматься о духовных вещах, о большей картине. Я верю, что тогда Бог впервые постучал мне по плечу и сказал, ⁇ Сын, ты должен обратить внимание, потому что в этой жизни есть нечто большее, чем тебе кажется. Шли годы... Я взрослел и все больше и больше увлекался миром ночных клубов, выпивки и вечеринок. Меня не особо интересовали духовные вещи. Но к 20 годам я сел у себя в саду и впервые в жизни помолился. Я удивлялся, когда произносил эти слова. Такова была пустота внутри меня. Таково было чувство боли из-за того, что внутри меня было что-то сломано. Я сел в тот вечер у себя в саду и сказал, «Боже, я не знаю, реален ли ты». Но если это так, если ты реален, если ты где-то есть и немного думаешь обо мне, то, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне изменить мою жизнь. Я не могу больше жить так. Я не думал об Иисусе, о церкви или Библии. Я просто обращался к Богу, кем бы или чем бы Он ни был. Это было началом моего 18-месячного путешествия по изучению духовного мира. И я начал читать разные книги и материалы в интернете о различных религиях и формах духовности. И это путешествие продолжалось на протяжении последующих полутора лет. В итоге я был убежден в том, что где-то там должен быть Бог, но как найти его, как его узнать, как прикоснуться к нему, если это вообще возможно. И тогда я встретился с первыми настоящими христианами в своей жизни. Три сестры пришли работать туда же, где я. Они были рожденными свыше и наполненными духом христианками. Это были первые настоящие верующие, которых я встретил в своей жизни. Вскоре после встречи с ними и их матерью они переехали в другое место. Они жили на другой стороне города. Но вскоре после встречи со мной они переехали а их новый дом находился всего в пяти минутах ходьбы от моего дома. Они жили через несколько улиц. Мы были почти соседями. Я начал проводить больше времени с этой семьей даже после работы. Я узнал их, хорошо узнал их, и мы стали близкими друзьями. Они поделились со мной Евангелием. Они рассказали мне об Иисусе, но даже среди моих поисков духовной реальности, в христианстве и Иисусе было нечто, что для меня было аллергеном, я держался подальше от него. Я не мог понять, как человек, носивший сандалии в пустыне две тысячи лет назад на расстоянии две тысячи миль от меня, может быть актуален для моей жизни. И хоть я оценил то, что христианство сделало для них, я сказал им, что сам не хочу иметь с этим ничего общего. Я упрямо продолжал искать свою истину, и вот шестой декабря 2002 года история продолжилась это была пятница вечер я зашел в книжный магазин в оксфорде в поисках очередной книги которая поможет мне в моем духовном путешествии и в тот вечер я нашел книгу которая не была похожа ни на что другое ее написал американец он утверждал что мог писать послание богу и что бог отвечал ему и чтобы этот человек не написал на листке бумаги, что-то брало контроль над его телом и заставляло его руку писать ответ. Этот процесс называется автоматической записью. В тот вечер я не имел ни малейшего представления о том, что здесь говорилось об оккультной практике, которую запрещает Библия и Бог. Но в тот вечер я прочитал несколько страниц. Мне было интересно читать о том, каким был невидимый спутник этого человека. Этот человек был убежден, что его духовным спутником на самом деле был Бог. Тогда я купил эту книгу и пришел с ней домой. Я прочитал ее практически от корки до корки и закончил в два часа ночи. Как я уже говорил, я не читал ничего похожего на эту книгу. И она была невероятной, сложной, парадоксальной. В ней были духовные идеи и принципы, которые были изложены простым языком в нескольких предложениях. Все казалось таким логичным. Суть книги сводилась к тому, что люди обладают божественной природой, что сами по себе они боги. Вначале Бог был один и знал все, что можно было знать, но не делал ничего. Он разделил себя на миллионы и миллиарды частиц. Эти отдельные частички Бога, люди, Должны были жить на земле и делать все, что можно было сделать, и пережить, чтобы сам Бог прошел путь от познания всего к переживанию всего. Эта книга говорила, что мы можем жить, как захотим, что нет греха, нет суда, нет неправильного и правильного, потому что смысл жизни кроется в том, чтобы делать все, переживать все, радость, счастье, отчаяние, нищету, хорошее и плохое. В книге много раз говорилось, что нет такой вещи, как небо, ад или суд. В этой книге много раз говорилось о том, что не было такой вещи, как дьявол. Дьявол ⁇ это лишь выдумка людей, которые не хотели верить в то, что Бог настолько добрый, что позволит им делать все, что они захотят без наказания. И я подумал, вот это моя религия. Мой Бог. Но в 2 часа ночи, дочитывая книгу, я задумался, а этого ли я искал? За прошлые 18 месяцев я прочитал много других книг, послушал много других учителей. Может ли это быть тем, что я искал? И тогда я понял, есть лишь один способ узнать наверняка. Я напишу свое письмо. Я достал ручку и листок бумаги из блокнота. Я сел на кровать и написал записку Богу. Дорогой Бог, проговори ко мне так же, как ты говорил с человеком в книге. Ты знаешь, как сильно я искал тебя, прошу, ответь мне. Я написал эти слова в два утра, но ничего не случилось. Я ждал, но ничего не происходило. Тогда я дописал, Пожалуйста, проговори ко мне. Я ощущал острое желание. Для меня это не было игрой. Я был пусто внутри эхо пустоты взывало ко мне. Я жаждал, чтобы эта пустота наполнилась хоть как-нибудь. Я отчаянно желал услышать ответа. Я написал, «Дорогой Бог, пожалуйста, проговори ко мне, коснись моей жизни и измени меня». И снова ничего не случилось. Не знаю, бывали ли вы в таком положении, когда вам кажется, что у остальных все есть и все работает, но только не для вас. Я сидел там с такими мыслями, я разозлился, я очень разозлился. Почему это Бог не хочет говорить со мной? Почему Он не желает помочь мне? Почему Он ничего не сделает для меня? Я написал гневное письмо Богу в ту ночь. Я написал, почему ты не поговоришь со мной. Ты сказал, что любишь нас, но посмотри на мир вокруг. Воины, смерти, детей убивают, а ты ничего не делаешь. Твоя любовь ⁇ это ложь. А вот последнее, что я написал. Твоя любовь ⁇ это ложь. Ты Бог, которому нет дела до нас. Тогда я бросил ручку, сел и решил, что потратил деньги напрасно. Эта книга ⁇ очередной сборник ложных обещаний. Но когда я сидел там в гневе, тогда все и случилось. Внезапно я понял, что смотрю на бумагу блокнота. Я не мог отвернуться от нее. Я никогда не был в трансе, но в тот момент я начал погружаться в транс. Было такое ощущение, словно кто-то приглушил не только свет, но и весь мир. И единственное, что осталось, это я и этот блокнот со мною. Я смотрел на бумагу, которая светилась и разрасталась. Я слышал, как менялось мое дыхание, становясь все громче. Но это не испугало меня. Чувство мира и спокойствия пришло ко мне. Я смотрел, не моргая, на эту бумагу, так, словно смотрю из-за плеча кого-то. Я увидел, как моя рука взяла ручку и прикоснулась к бумаге. И тогда начали появляться слова без пробелов. И там было написано, ⁇ Не имеет значения, как ты называешь меня ⁇ И так же быстро, как я вошел в транс, я вышел из него. Я смотрел на слова ⁇ Не имеет значения, как ты называешь меня ⁇ Друзья, в тот момент я был напуган. А вы скажете, ⁇ Я думал, что ты хотел, чтобы что-то случилось? Да, пока что-то не случилось. И когда это случилось? Я понял, что не верю в это. Я не верю в ангелов, духов и невидимых существ. Это Голливуд, X-файлы, телевидение. Я ведь живу в настоящем мире. Это не настоящее, это выдумки. Но что-то сверхъестественное случилось со мной. Постепенно страх уступил место заинтересованности и радости. И я подумал, вот это да, все это происходит на самом деле, это правда. Я обратился к Богу, как человек в книге, и получил ответ. Я поднял руку и написал, Боже, это ты? Что ты имеешь в виду под фразой ⁇ Не имеет значения, как я называю тебя ⁇ Я посмотрел на свое послание. И увидел последнюю фразу ⁇ Ты Бог, которому нет дела до нас ⁇ А после них были слова ⁇ Не имеет значения, как ты называешь меня ⁇ Я подумал ⁇ Наверное, он это имеет в виду ⁇ Я написал... Тебя не тревожит, когда я называю тебя Богом, которому нет дела до нас. Я тут же перешел в состояние транса, и ручка написала новые слова. Да, ты прав, меня это не очень волнует, потому что ты мое дитя, и я люблю тебя. Я расплакался, потому что понял, что сделал это то, чего я искал, чего хотел. Наконец-то пришло ко мне. Вот оно. И в ту ночь началась череда трансов, которые длились на протяжении последующих трех ночей, как разговор между мной и невидимой духовной силой, которая взяла под контроль мое тело и меня. Эти переживания продолжались на протяжении последующих трех ночей. И на каждый вопрос, который я задавал, я получал ответ, подтверждающий слова, написанные в книге. Мне писали, что неба и ада нет, что дьявола нет, что смысл жизни был в том, чтобы делать то, что мы хотим. И если мы хотим вернуться к жизни после смерти, мы можем пережить реинкарнацию и получить новое тело, новую жизнь. Блокнот начал наполняться этими разговорами на протяжении трех ночей, и на четвертый день, не рассказывая никому об этом, я решил, что должен поговорить с кем-то об этом. Я знал, что единственное, с кем я мог поговорить об этом, были мои подруги-христианки на работе. И в тот вечер на работе, когда появилось время, я отвел свою подругу в сторонку и сказал ей, я должен рассказать тебе нечто, я говорю с Богом. Она удивилась, когда я сказал эти слова. Я описал ей то, чем делюсь с вами. Она посмотрела на меня в замешательстве, и чем больше я рассказывал ей о том, что переживал, тем больше меня захватывали эмоции. Я начал плакать, я плакал перед ней, и мне стало так стыдно, что я выбежал из комнаты. Она пошла за мной и сказала, так как ты плачешь, я понимаю, что это не шутка. Это все происходит с тобой на самом деле. Но я должна сказать себе кое-что. Всю свою жизнь я была христианкой, и это не тот метод, который Бог использует для общения с людьми. Это не то, что может сказать Бог. Мне кажется, что ты говоришь не с Богом. Тогда я сказал, если это не Бог, то кто? Я никогда не забуду ее взгляд, когда она посмотрела мне прямо в глаза и сказала, это дьявол. И в тот момент, когда я услышал это от нее, я услышал в своей голове голос, который сказал, нет такой вещи, как дьявол. Я засмеялся и сказал, нет такой вещи, как дьявол. Она сказала, ты общаешься с дьяволом. Я сказал ей, он сказал мне, что он Бог. А она сказала, ⁇ Дьявол лжец ⁇ Моя подруга изменила все, когда сказала, ⁇ Есть один способ узнать истину. Имя Иисуса ⁇ это высшее имя. Попроси эту сущность во имя Иисуса Христа сказать себе, кто она. Она сказала, ⁇ Ей придется сказать себе одну лишь правду ⁇ и именно это я и сделал. Когда у нас был перерыв на работе, я пошел в уборную с ручкой и листком бумаги, я сел в кабинку и написал слова «Во имя Иисуса Христа, скажи мне, кто ты?» И после транса в кабинке я увидел слова «Тебе стоило доверять мне». Моя подруга после работы пошла в тот же магазин, где я купил книгу. Она посмотрела на нее и поняла, что я в опасности. Она сразу же позвонила сестрам и матери, и они начали молиться за меня. И позже, в тот вечер, когда я пришел домой, я не мог ни на чем сконцентрироваться. Я ощущал давление, гнет, облако гнева. У меня было такое чувство, словно что-то говорило мне, напиши, мы должны поговорить». Я сидел в спальне с ручкой и бумагой, и снова я вошел в транс. Но в этот раз моя рука написала «список моих грехов и ошибок». Осуждение так и лилось из ручки. Я начал нервничать, бояться. Такое было впервые в трансе. Я кричал в разуме на свою руку, чтобы она оставила ручку и перестала писать. Но она отказывалась. Все больше и больше этих тират из ручки лилось на меня, пока я не увидел за главными буквами «Да». «Глупец, я дьявол». Я решил, что мне конец и что я умру. Я понял в тот момент, что все, о чем мне говорила подруга, было правдой. Все, о чем мне рассказывала моя подруга-христианка, было правдой. Она была права, а я нет. Я говорил не с Богом. Эти переживания на протяжении четырех дней были не с Богом, а с демоном, с дьяволом. Я думал, что это конец. В тот момент я понял, что ад реален. Я решил, что для меня нет надежды, потому что он поймал меня. Ручка, которую я держал в руках, повернулась и полетела мне в лицо. Я ничего не мог сделать, чтобы остановить ее. Я ранил себя в левую щеку, я начал царапать и рисовать на лице, а потом рука снова легла на бумагу и написала ⁇ Я ненавижу тебя, ненавижу тебя ⁇ Я повернулся и посмотрел на мобильный телефон, который лежал рядом со мной я решил, что должен обратиться к своей подруге-христианке. Но как только я взглянул на телефон, из тьмы прозвучал голос, «Если коснешься телефона, я убью тебя, твое сердце взорвется». Какой еще выбор оставался у меня? Я схватил телефон и позвонил подруге. Она сказала, «Мы молимся за тебя, мы едем к тебе немедленно». Моя подруга сказала, призови имя Иисуса, сейчас же призови имя Иисуса, и он спасет себя. И тогда впервые в жизни я обратился к Иисусу и сказал, Иисус, помоги мне. И тогда голос в моей голове закричал, Он не говорил, Он кричал, Иисус ненавидит себя. Ты проклинал его в прошлом, богохульствовал, он не хочет иметь с тобой ничего общего. Но я продолжал молиться, Иисус, пожалуйста, помоги мне, спаси меня, ты нужен мне. На протяжении последующего часа, во время демонической борьбы, которая раздирала меня, я думал, что умру и попаду в ад. Но благодаря моей матери, которая была дома, тогда мне был 21 год, и я все еще жил дома с родителями. Моя мать помогла мне собрать блокноты, в которых я писал эти послания. Все духовные книги, которые я собрал за последние полтора года, мы вынесли их и сожгли на заднем дворе. В тот вечер я пошел домой к своим подругам-христианкам. Там они помолились за меня и помогли мне. Как я уже говорил, они жили на другой стороне города. Но вскоре после нашего знакомства они переехали в дом, который находился в пяти минутах ходьбы от моего дома. Я верю, что Бог переместил их туда в тот вечер, потому что я нуждался в их помощи больше, чем кто-либо другой. В тот вечер я оказался у них дома, в кресле. Мое лицо все еще было в царапинах и следах от ручки. Я сидел у них в кресле, они уже помолились. Они думали, что победа уже была в кармане, Никто ничего не говорил. Моя подруга, ее сестры, их мать, мы все сидели в тишине и смотрели христианские передачи по телевизору. Это были передачи вроде той, что вы видите сейчас. Никто ничего не говорил. Внезапно, где-то через два часа, я внезапно ощутил мир и покой. Страх ушел. В моем сердце больше не было страха. Я понял, что голоса, демонические голоса в моей голове исчезли, и я больше не слышал их. Сестры мои подруги пошли спать. Тогда ее мать выключила телевизор, повернулась ко мне и сказала, ⁇ Ну что, Пит, как думаешь, ты готов принять Иисуса как своего Господа и Спасителя? ⁇ Я сказал себе, что за вопрос? Разве я могу откладывать это на потом? Я не знаю, что означает сделать Иисуса Господом и Спасителем. Не знаю, что должен сделать, но мне нужно сделать это сейчас. Но я знаю, что я готов. И она начала рассказывать мне Евангелие. Она рассказала, что Иисус был Сыном Божьим, который умер на кресте за мои грехи. Да, я согрешил, и это отделяло меня от Бога. И однажды мне придется дать ответ за этот грех но есть путь спасения, путь к обретению прощения грехов. И все дело было в том, что две тысячи лет назад Иисус умер на кресте, заняв мое место, взяв мои грехи. Он был осужден вместо меня. Она сказала, что через три дня Иисус воскрес из мертвых. Он жив сейчас. Он протягивает себе свою руку. Если мы помолимся, и ты воззовешь к Нему, Он придет и простит тебя, Он изменит тебя изнутри и даст новую жизнь». Она сказала, «Ты готов?» Я ответил, «Да, я готов». Мы склонили головы, и я помолился. Я попросил Иисуса Христа простить мои грехи и прийти в мое сердце, стать Господом и Спасителем моей жизни. И когда я повторил эту молитву и сказал «Аминь», все полностью изменилось. В тот момент я понял, что то, что я искал все эти годы, было у меня, и мне больше не нужно искать его. Пустота внутри меня наполнилась. Я знал наверняка, что стал полноценным в Иисусе. И когда мать моей подруги возложила на меня руки, помолилась и поблагодарила Бога за то, что Он спас и освободил меня, я заплакал, открыто и без стыда. Я говорил ранее, что когда плакал перед подругой, то мне было так стыдно, что я убежал из комнаты. Но в ту ночь, в том кресле, когда уже было за полночь, 10 декабря 2002 года, когда мать моей подруги возложила на меня руки и помолилась за меня, поблагодарила Бога за то, что Он простил меня и сделал новым творением во Христе, я заплакал без стыда. Слезы радости лились из меня, пока моя сущность пребывала в свете и мире. Я знал, что Иисус спас меня. Я услышал слова в моем сердце, это не были демонические слова, которые я слышал раньше. Это был тихий голос, который сказал, ⁇ Ты, мой сын, я люблю тебя, я прощаю тебя, и ты свободен ⁇ Это было в декабре 2002. -го. Я живу в свободе даже сегодня. Я хочу ободрить вас, друзья. Возможно, вы далеки от Иисуса, от Бога. И никогда не знали его. Я же хочу сказать вам, что так же, как он протянул руку мне и спас меня, он может помочь и вам. Не имеет значения, в какой ситуации вы находитесь. Возможно, вы не переживаете то же, что и я. Но как бы ни было, он силен. Его рука сильна, чтобы освободить вас. Я хочу сказать вам, в какой бы ситуации вы ни находились, где бы вы ни были, даже если вы были христианином, но отошли от Бога, я хочу сказать вам, не откладывайте это на потом. Призовите имя Иисуса. Он силен спасать. Он избавитель. Его имя ⁇ крепкая башня. И каждый, кто бежит к Нему, спасается. Призовите имя Иисуса и примите Его в свое сердце и свою жизнь. Он изменит вас. Он поведет вас по новому пути, который вы даже не можете представить. Я благодарю Бога за то, что Иисус освободил меня. Я продолжаю жить в свободе все эти годы. Я знаю, что то, чего не хватало в моей жизни, нашлось благодаря Иисусу. Я молюсь о том, чтобы мое свидетельство ободрило вас следовать за Господом Иисусом Христом и полагаться на Него. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.